этих Рокхаева, блин, сервер улетел. Сейчас посмотрим, откатил его назад или нет. Что там случилось? Жутко интересно. В принципе, Баффинту я смогу по новой восстановиться, просто это неприятно было. Прокачка кислорода помогла. Я тут восстанавливаю пока свое потерянное здоровье, что ли сказать так. И грядки прятать сюда. Некий вопросик. Так, давай пока смотаемся на Home Water. Посмотрим, что там осталось от моей базы сверху. Осталось все, в принципе. Это хорошо. Сейчас посмотрим, можно ли грядки прятать трансфер. Если можно. О-о-о-о. Я им тут задам Кучкину мать. Кажется, грядок нету. Ну, блин. Так, значит, что делаем? Сколько у меня там вообще очков? Ой, 11. Но порох-то я могу копировать.
Дядя, а? Ты иногда меня убиваешь просто на месте. Так, чего вы жили на себе? Пытаемся немножко другой стезей. Уже не засунуть элемент, надо беречь. Так, давай-ка несколько я вещей выложу. Раз такие пироги. Должно вполне хватить. Прилично. Хватит на хорошее количество. Паузи пока начинаю отстраиваться опять. Кажется, от моей базы остались рожки да ножки. В прямом и переносном смысле. Больше нету, да? Да, веселуха. Там уничтожили, тут уничтожили. Да.
Так, решил на сон грядущий здесь немного доделать некоторые вещи. Вполне хватит. Такую дополнительную оборонную точку. В принципе, их должно быть 4. Но вследствие некоторых обстоятельств их будет вот столько. Всего лишь одна. Так. Алло, ну. Я смог сделать шоу лимит. Или у меня всего расставлено получается 475. Ну, в принципе, если дойду хотя бы до 600 или 800, будет уже нормально. Пока это вряд ли. А теперь собрать и спрятать. Куда его прятать? Ну и по финту. По максимуму тогда. Артефакт будут найти. Если бы я нашел артефакт, у меня патронами проблем бы не было вообще. Из-за того, что у меня артефактов нету. Вот такие вот пироги. Надо закинуть точно. Кристаллов немного закинем на всякий случай. Например, есть. Без можно закинуть. Это я потом все возьму, не проблема. Пусть лежит, оно жрать не просит. В принципе, мне больше ничего не надо. Дозарядим все. И насколько сможем. Только вручную, но тут приходится пользоваться вот этой вот фигней.
пока могут долбить постройки. Какая прелесть. Это не в моде, они могут долбить, черт его знает. Зато весело было. Так. Сколько там потрошек у них получается уже? Ну, более-менее, по 300, да? Water. Как же, блин, фундаментом урода не оставили. Капец. Опса. Надо его бы сохранить, кстати. Давай посмотрим, кто там. Пожалуй, весь мой домик. Злобные бандюганы, блин. ДПС будем качать. У нас Матти. Пор. Я сегодня весь сервер бежал. Прикольно. Надеюсь, до завтра останусь жив. Хип-опа.
Утому убивали. В принципе, у меня претензий нет. Очень прикольно все. Ладно, народ. Сваливаю я тут спать. Мало-помалу. А, вот он в чем прикол. Да уж. Такая будет немножечко коротенькая серия. Но, в принципе, я много чего добился. И турелик понатыкал. Ну, остается только посмотреть, что будет завтра. Всем удачи еще раз. Всем пока. Не, ну, хотя меня разнесут это по-любому.